Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире очередной выпуск программы «Акцент». Я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня мы беседуем с участниками только что завершившейся в стенах Казанского федерального университета научно-практической конференции, которая называлась так: «Русский язык и литература в тюркоязычном мире. Современные концепции и технологии». Чем завершилось это мероприятие? Оно завершилось 6 октября. Мы попытаемся узнать у наших гостей. Я, с вашего позволения, начну с дам. Это профессор кафедры, декан филологического факультета Евразийского национального университета имени Гумилева, Казахстан, Шалпан Кузаровна Жарканбекова и профессор кафедры русского языка Кыргызско-российского славянского университета имени первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина Мамед Джакыпович Тагаев. И в студии Татьяна Геннадьевна Бочина, которая возглавляет в Казанском федеральном университете Высшую школу русского языка и межкультурной коммуникации. Спасибо всем, что пришли, нашли время для того, чтобы пообщаться здесь в студии. Прошу заранее меня извинить, если я не вполне четко буду выговаривать некоторые слова. Русский язык, он могучий, но, знаете, тоже иногда спотыкаешься. Но я постараюсь этого избежать. У меня первый вопрос к вам, уважаемые гости. Да? Татьяна Геннадьевна, мы с вами чуть попозже поговорим о наших местных проблемах. И первый вопрос, он такой, ну, самый простой. Мы об этом говорили уже коротко до эфира. Когда собирается такая представительная конференция, я, кстати, должен сказать, что конференцию организовал Министерство образования и науки Республики Татарстан и Институт филологии и межкультурных коммуникаций имени Толстого Казанского федерального университета, они провели большую работу. Так вот, когда собирается такая представительная международная конференция, с моей точки зрения, это говорит о том, что назрели какие-то проблемы, которые, как минимум, необходимо обсудить. А в идеале еще и решить, да, продвинуться куда-то из какого-то вот достаточно сложного положения. А в чем это сложное положение, если говорить, ну, простым вот таким бытовым языком, вы меня извините, ненаучным? А проблема в том, что русский язык и литература занимают все меньшее место по каким-то причинам в тюркоязычном мире, в тюркоязычной среде. Или проблема в том, что тюркоязычный мир все меньше нуждается в русском языке, в русской литературе и, шире говоря, в русской культуре. Если позволите, давайте, Шалпан Кузаровна, с вас начнем. Как вы на это смотрите? Ну, наверное, надо прежде всего говорить о том, что функционирование языков сегодня в мире и во многих странах, оно обусловлено как глобализационными процессами, которые происходят в целом, так и, наверное, какими-то изменениями, происходящими в отдельно взятой стране. Поэтому, ну, допустим, Казахстан – это уникальное государство, многонациональное, многоконфессиональное, поликультурное, в котором проживает сегодня 17 миллионов человек, более 140 национальностей. И, конечно, это удивительно похоже на Россию, я должен заметить, да, при всей уникальности Казахстана. Да, извините, что прерываю. И, конечно, сосуществование стольких этнических языков, оно имеет какие-то определенные и процессы, и проблемы, с которыми как раз вот, которыми ученые занимаются на сегодня. И на этой конференции обсуждалось очень много вопросов, начиная от функционирования русского языка в каждой стране и до методики преподавания русского языка, вплоть до того, что мы сегодня можем сделать для развития популяризации и сохранения русского языка и русской литературы в каждой стране. Поэтому каждый из нас делился своим собственным опытом и тем, что мы имеем на сегодняшний день. Я хочу сказать о том, что казахстанская русистика очень многое делает для того, чтобы сохранить все традиции русского языка и литературы. Очень много инновационных проектов, которые сегодня осуществляются в нашей стране. И я была приятно удивлена тем, что наши казанские коллеги имеют огромный опыт
как в деле преподавания русского языка, развития методики русского языка и русского языка и информационных технологий ушли очень далеко вперед. Поэтому мы делились опытом, мы говорили о наболевшем, и мы говорили о тех перспективах, которые нас ожидают. Но в этом плане я должна сказать о том, что в Казахстане государственным языком является казахский язык, русский язык является официальным, но по закону, наряду с государственным языком, русский язык практически используется во всех сферах нашей жизнедеятельности. Я слышал, что Нурсултан Абишевич в свое время выступил вообще с революционной идеей сделать Казахстан государством триязычия, где на равных были бы русский, казахский, и вернее, так, казахский, русский и английский. Эта идея реализована? Она реализуется сегодня. Реализуется. Да, этот проект был объявлен еще в 2007 году. Сейчас активно он внедряется в школах и высших учебных заведениях. Конечно, он получил такую, скажем так, неоднозначную реакцию. Была острая дискуссия в средствах массовой информации по этому поводу, потому что не все принимали это. Однако сегодня у нас и в школах, и в высших учебных заведениях существует два отделения. И дело выбора за языком обучения, за обучающимся. Тоже каждый по праву может выбрать тот язык, который он считает для себя необходимым. Или казахский, или русский. Но вот наравне с этим сегодня у нас активно открывается английское отделение. То есть очень много полиязычных групп, где обучение проходит на английском языке. И надо сказать, в этом плане английский язык составляет хорошую конкуренцию русскому языку на сегодняшний день. Поэтому и вопросы мы обсуждали на этой конференции. Поэтому не жалуются учащиеся и, может быть, их родители на то, что нагрузка резко возрастает в связи с тем, что вместо одного, максимум двух языков, приходится изучать три языка? Конечно. Жалуются. Да, очень много высказываний. Как с этим справляются методисты, руководители образования? У нас... Уговаривают, убеждают, что это? Да, созданы Назарбаевские интеллектуальные школы, в которых преподавание ведется на трех языках. Преподавание ведется очень активно, причем оно одновременное. Угу. То есть часть дисциплин на русском языке, часть на казахском и часть на английском языке. Вот. И вы знаете, опыт показал, что вот сегодня к нам в высшее учебное заведение, я являюсь представителем Евразийского национального университета имени Льва Николаевича Гумилева, а если вслушаться в название этого университета, он евразийский. И национальный. И еще он имени Льва Николаевича Гумилева. Это тоже уникальный, скажем так, проект, который был создан нашим президентом. Сделав акцент на название вашего университета, вы даете мне хорошую возможность спросить о названии университета у Мамеда Джакыповича. Как вообще родилось такое название? Я просто честно вам скажу, впервые вот узнал, готовясь к встрече с вами, что существует такой кыргызско-российский, понятно вроде бы, да? Ну, все. Славянский, первый акцент возникает. И имени первого президента Бориса Ельцина. Но мы с вами знаем, что к Борису Ельцину в России тоже не очень однозначное отношение, да, к тому, что прошло. Но вот это вот сочетание и киргизского, и российского, еще подчеркнуто славянского, здесь какая-то идея была заложена, когда так называли? Думаю, что идея была, конечно, да. Во-первых, киргизско-российский, это понятно. Это понятно, да. Славянский, имеется в виду, там не только русский. Ну, там и украинцы, и белорусы. И что, ведется преподавание Нет, этих не языков? Ведется. Там у нас есть кабинеты. Обучаются? Кабинеты есть, и, скажем, факультативно изучают эти языки. Так что славянский имеется в виду, что вот мир такой более широкий. Есть тюркский мир, есть славянский, славянский мир. Славянский мир. Вот мир тоже многонационален, многоэтничен. Ну, что же касается Бориса Николаевича Ельцина, то это была инициатива нашего первого президента Аскара Акаевича Акаева и Бориса Николаевича Ельцина. Поэтому, отдавая дань уважения президенту России, так называли университет. Понятно. Давайте немножечко о методиках. Я понял из того, что рассказал Шолпан Кузаровна, что, в общем, я думаю, тут вы согласны, да, с оценкой итогов конференции. Немножко о методиках. Вот я посмотрел вашу биографию и понял, что кыргызский язык, вернее, русский язык в Кыргызстане по вашему учебнику, по вашим учебникам для школьников средних классов, седьмых, шестых классов, учат, если не ошибаюсь, с 1984 года. Совершенно верно. Тогда вот они были рекомендованы, все, вошли в методички и так далее.
Но вопрос уже, наверное, ко всем, да? Мы же с вами понимаем, что детишки, там, 13-летние, 14-летние, рожденные в СССР в 84 году, и тинейджеры сегодняшние, будь то в Кыргызстане, в Казахстане, в России, в Татарстане, где угодно, совершенно разные люди. А в том числе и по, ну, что ли, особенностям восприятия, да, какого-то вот когнитивным каким-то там способностям. Вы не думаете, что нужно какой-то уже новый учебник, новая методика? Или методика, проверенная временем, это лучшее, что может быть? То есть они работают, а это действует эффективно сейчас? Я думаю, что действует. Почему я? Потому что наши киргизские ребята, которые приезжают в Россию, отличаются тем, что в отличие от узбеков, таджиков, они лучше владеют русским языком. Почему? Даже те, кто приезжают из кишлаков, из сельской местности? Да, вот именно. Вот никто не жалуется, что на плохое владение русским языком. Это феномен какой-то, нет? Это, я думаю, что у нас была такая хорошая методическая школа. Во-первых, ее возглавлял выдающийся, я бы сказал, лингвист. Нет, ученый, он филолог. Лев Аврунович Шейм. Это и мой учитель. Mm-hmm. Так. Он сумел создать такую систему, и я рад, что и мои учебники в этом деле свою лепту вносят. И причем, вы знаете, было много конкурсов, но вот как-то этот учебник отодвинуть не получилось. Вот учителя по ним достаточно легко занимаются, по этим учебникам. И самое удивительное, что я хочу вам сказать, что около 70% населения у нас проживает в сельской местности. Там не осталось почти русских. И вообще в республике осталось только 6% русских. Но тяга к изучению к русскому языку, она огромна. Я бы сказал, народ тянется к русскому языку. И несмотря на то, что сократилось количество часов, нет учебных пособий, нет методичек. Сокращается количество школ. Но я хочу сказать, вот эти учебники, они закладывают знания русского языка в таком эмбриональном состоянии. Вот такой феномен, я иначе не могу назвать. Вот он приезжает сюда, в Россию, вроде бы там он не говорит, но вот те знания, заложенные учебниками, они как-то составляют каркас, основу, и здесь они через 2-3 месяца начинают свободно общаться на русском языке. Это просто удивительно. Ну, погружение в языковую среду, да, очень много значит, конечно. Это да. Не только погружение, ведь погружение происходит и у узбеков, и у таджиков то же самое происходит. Но все-таки вот тот учебник закладывает в них какую-то основу. Болезненная тема, да. Вот у одного этноса как-то лучше получается, у других немножко хуже. Но я, тем не менее, вот ухватившись за это ваше замечание, за это ваше наблюдение, вам это ничего не напоминает, Татьяна Геннадьевна, вот историю с методикой, с тем, кто как усваивает, применительно к ситуации в Татарстане? Я, может быть, Гостина, я думаю, в курсе, но я, тем не менее, поясню здесь уже и перед камерами. У нас ведь многие говорят, да, участвующие в этой среде, преподаватели, да и просто обыватели, назовем их так, родители школьников, что, ну, касаясь преподавания татарского языка, но это ведь... Та же самая проблема, только вот в обратном варианте, что да и рада бы учить, да и слава-то Богу, да мы живем здесь, и среда соответствующая есть. Но многие очень сетуют на качество учебников, на методик, что усложнено очень все. Но в том, что касается преподавания русского языка и литературы для не русских этносов в республике, насколько я понимаю, проблем никаких нет. Не могла бы высшая школа пояснить немножко, пояснить, да. И, может быть, помочь методически в этом смысле? Для того, чтобы татарский-то язык лучше, спокойнее, естественным образом усваивался в школах. А вы знаете, я хочу немного перевести разговор в другую сторону, потому что методика, да, это основа. Да, хороший учебник помогает быстрее выучить. Но, с другой стороны, без хорошего учителя ни один хороший учебник не поможет. Ну, да. Но при этом остается самое главное. Это понимание, зачем я учу язык. Зачем? Слушай, вот на пленарном заседании вы высказывали эту мысль, что если родители понимают, что для ребенка этот язык – это путь к
качественному высшему образованию, что это путь в мир, да, не только в Россию, но и в весь мир, да, что человек, получивший высшее образование на русском языке, у него гораздо больше возможностей работать не только в своей стране, не только в России, но и в других странах мира. Вот этот мотиватор, да, эта цель, перспективы – это главный, наверное, движущий мотор успеха. И поэтому, мне кажется, да, республика, она так много денег тратит, столько усилий на распространение татарского языка. А главное, это вот то, что ребенок связывает свои планы, свои мечты на жизнь с чем? С каким языком? Где ключ в мир находится? Вот, но это другой аспект проблемы. Это, конечно, очень болезненный и деликатный аспект, я должен сказать, потому что, знаете, вот по наблюдениям ООН, я могу сейчас ошибиться на порядок, да, но, по-моему, чуть ли не каждый год около 4000 языков исчезает на планете. Да. И если руководствоваться только соображениями прагматизма, конечно, да, то тогда мы просто должны опустить руки и в Казахстане, скажем, понятно, что доминировать будет английский язык, а на втором месте уйдет в силу востребованности. Мы ведь о востребованности языка говорим, да? Ну, когда-то люди мечтали, там, я не знаю, и будь я негром преклонных годов, и то без уныния и лени, да, об этом. Да, кто-то мечтал о том, чтобы прочитать в оригинале Пушкина, а кто-то, я, например, Дюма. Мне очень хотелось прочитать «Трех мушкетеров» по-французски. Я был таким, вот таким, извините меня, франкофоном. А в результате закончил немецким. Ну, конечно, я вас поддерживаю. Я ни в коем образом не хотела сказать, что это единственный ключ. Я просто хотела обратить внимание на то, что мы забываем, что мало вот, развивать методические, чисто преподавательские ресурсы, что нужно вот этот великий мотиватор искать. Это потому правда. Что мотиватор ведь не всегда прагматизм. Да, вот я хочу поехать в Англию, я должен знать английский язык. Не только это. Ведь может быть и большим мотиватором вот именно чувство. Я горжусь тем, что я представитель этого народа, и что со мною этот язык будет развиваться, что благодаря мне он не умрет. Вот такие мотивы ведь тоже надо воспитывать. И, кстати, позвольте добавить. Я была очень приятно удивлена тем, что в Казанском федеральном университете разработана очень хорошая методика. И есть замечательные проекты по обучению татарскому языку и литературе. Это вот онлайн-школа обучения. Uh-huh. И вы знаете, столько слушателей, 800 человек записались. Это местное население от мала до велика, которые изучают татарский язык. И столько желающих. Вот, пожалуйста, то есть замечательная программа, которая смотивировала людей на изучение языка, правда? Вот, пожалуйста, пример. И вам даже, есть чем и гордиться. И даже ее название уже, да, Наталье, то есть язык матери. Да. Вот оно уже является этим кирпичиком, фундаментом будущего успеха этого проекта. Это вот очень интересный момент. Место языка, да, вот в общем культурном пространстве, воспитание человека, это первичное звено, или это все-таки вот сначала мы должны поставить перед собой какие-то цели, язык будет инструмент, да, вторая сигнальная система, да, как это, да, товарищ Энгельс в свое время характеризовал, если мне память не изменяет. Так вот, я обратил внимание на... Я знаю, что вы руководили достаточно большим количеством проектов, которые носили и носят фундаментальный характер, но я обратил внимание на то, как выстроена тема одного из них, может быть, в контексте тех тем, проблем, которые мы обсуждаем здесь в Татарстане, которые существуют в России в целом. Да? Вот, тема звучит так. Запад-Восток, язык, культура, толерантность в социокультурном контексте Казахстана. Да. Да. По Фрейду оговорка, не случайно, и в социокультурном контексте Татарстана существует та же цепочка, та же зависимость. Но вы сознательно вот так вот это выстроили? Язык, первое, культура,
и толерантность. То есть толерантность получается, что некое производное, некий конечный продукт от воздействия или взаимодействия культуры, языка и культуры. Несомненно. Да? Именно так. Несомненно. Да, конечно. Я думаю, что вот именно Казахстан и Татарстан в этом плане отличаются по терминологии Льва Николаевича Гумилева высшей степенью комплементарности, то есть уважения друг к другу. Вот почему в Татарстане так гармонично сочетаются исламская и христианская культура. Это видно воочию, практически на каждом шагу. Мечети, церковь рядышком. Вы знаете, да? Мы тоже сами этого не замечаем почти. Да? Нет, замечаем. Мы, потому что с иностранцами... Не замечаем в том смысле, что это настолько привычно, вроде естественно. Да, в этом смысле не замечаем. Вот она высшая комплементарность. Понимаете, когда все гармонирует абсолютно. И нет вот этих... Может быть, и были какие-то вопросы, да, я не так много об этом слышала. Но, тем не менее, вот на сегодняшний день то, что вы выстроили вот такое государство, это, конечно, весьма похвально. И то, что сегодня государство делает для развития языков вот в этой стране, вчера коллеги нам об этом рассказывали, мы просто порадовались за вас и с огромным удовольствием предполагаем дальнейшее наше сотрудничество. И в этом плане я хочу сказать о том, что вот у нас в Казахстане живет 250 тысяч татар, и... идея, проект Казанского федерального университета о создании на базе Евразийского национального университета центра Каюма-Насери, это был просто великолепный проект, потому что теперь у нас в Казахстане мы делаем очень много для распространения татарского языка и культуры, литературы, для дальнейшего продвижения. И на филологическом факультете этот центр замечательно функционирует, у нас собираются татары, проводят все свои праздники, и мы это активно поддерживаем. Вот, поэтому вот оно взаимодействие. Мы проводим совместные наши онлайн-конференции для наших студентов. У нас в планах новые международные конференции между двумя университетами. И Татьяна Геннадьевна настолько активный, продвинутый, замечательный ученый и руководитель, что с ней очень легко работать. Я думаю, что такое взаимодействие очень многое дает для того, чтобы вот этот принцип толерантности, комплементарности, он реализовывался в жизни. Вы обратили внимание, что мы как-то очень легко, естественно, перешли от проблематики преподавания русского языка и литературы в тюркоязычном мире, а к сохранению преподавания... Я хотел продолжить эту тему, если можно. Дело в том, что, понимаете, вот Кыргызстан, это вот дальше Китай идет, да? Да. Ну, Казахстан тоже граничит. Да, в принципе. Но я говорю о Кыргызстане. Я бы сказал, что вот этот крайний рубеж, вот куда продвинулась вообще европейская цивилизация, ну, скажем, в форме русского языка и литературы, в форме русского языка и русского мира, я скажу. Вот в тот момент, когда вот русскоязычное население вымывается, я сказал, что 6% осталось всего, да? Вот с другой стороны, вот наступает исламский фундаментализм. То есть можно говорить о том, что вот у нас в последние годы в Кыргызстане... Извините, что я уточню. С другой стороны, вы имеете в виду географически другую сторону? Ну, я имею в виду со стороны Китая? Востока. С востока. С востока. Да, да. С востока, да. В Кыргызстане построено десятки раз больше мечетей, чем школ. Ну, раз мечети строятся, наверное, надо думать, для чего они строятся. Во-первых, это как-то человеческое мировоззрение меняет то же самое в сторону такой исламизации. И вот в этих условиях русский язык и литература, они составляют основу такой евразийской ментальности киргизов. Вот в советское время вот это было сформулировано. Если мы обратим внимание на представителей старшего поколения, то это люди продвинутые. То есть они хорошо знают и русский язык, и русскую культуру, и свою культуру, и свой язык. Это как-то удачно совмещалось. Я бы назвал, что это именно евразийской ментальностью. Но сейчас появляются люди, которые, ну, как бы, вы знаете, считают, что нужно выдавить русский язык. Ну, процесс идет, насколько процесс я понимаю. Процесс идет. Поэтому компонент русского мира и русского языка для нас очень важен. Поэтому, а люди... Вы знаете, настолько привыкли, во-первых, у нас около миллиона мигрантов. Это тоже немаловажный фактор. Люди тянутся к русскому языку, поэтому и к русской культуре. Почему? Вот простой лобовой вопрос. Почему они тянутся? Я вам скажу, почему. Потому что
Во-первых, давайте скажем о ресурсах языка. О ресурсах, скажем, киргизского, казахского. Вы лексические ресурсы. Нет, вообще ресурсы, я имею в виду когнитивные ресурсы. Киргизский язык очень образный, он очень красочный язык. Но этот язык, который отображает, понимаете, такую повседневную жизнь. Если мы хотим двигаться вперед, если мы хотим быть на уровне каких-то современных технологий, так, и мы хотим приобщиться к мировой цивилизации, то русский язык и русский мир – это окно, через которое мы этот мир видим. Это средство, при помощи которого мы приобщаемся. Вот вы знаете, я вам хочу сказать, английский язык, он нам не очень нужен. Зачем он нам нужен? Английский, он не в такой степени. Я сказал не очень, то есть я не хочу говорить, что он нам совершенно не нужен. Но по своей значимости для киргиза русский язык и русская культура и вообще, он гораздо важнее для нас. Поэтому простые люди прекрасно это понимают. Я бы сказал, они лучше понимают, чем власть. Я понял ход ваших мыслей, да. Да. Понятно. Поэтому русский язык прежде всего, понимаете, нужен по своим ресурсам, по своим возможностям. Но в то же время для того, чтобы сохранить свою национальную самобытность, вам киргизский тоже нужен, конечно. И поэтому я вижу вот евразийскую ментальность, и плюс еще двуязычие. Это, конечно, национально-киргизско-русское двуязычие. Вот в каком магистральном направлении мы должны развиваться. Эта конференция вам дает какую-то дополнительную уверенность, надежду, что вот эти ваши планы, они реализуемы, и, назовем их так, может быть, тенденции противоположного плана, негативные, они не переломят ситуацию? Нет, они не переломят ситуацию, потому что, вы знаете... Это вот ведь государственная политика должна быть. Государственная политика, понимаете, иногда идет вразрез с тем, что хочет народ. Вот как. Бывает. Да. И в любой стране. Но, с одной стороны, государство может понять. Они хотят утвердить киргизский язык, но в качестве государства он утверждается, сейчас все признают, да. Но для развития личности нужны оба языка. А если, скажем, мы будем только педалировать только на киргизском языке, это ведет к какой-то национальной ограниченности. Хочу сказать, ведет к национализму. И мы будем далеко отброшены назад. Поэтому вот это движение, я понимаю, вот эту динамику этого процесса, я вижу именно вот в билингвизме. Я вижу вот именно в такой, знаете, во вхожести в две культуры. Вот то, что Шалпан Кузарна говорил о толерантности, вот именно билингвизм, и вот это, значит, поликультурность и рождает толерантность. Ну, в общем, конечно, да, понимая, что представляет собой человек другой культуры, или, или проще, грубее, там, другого этноса, да, понимая его во всех смыслах, в том числе языком, конечно, проще быть терпимым. Конечно, наши мигранты, которых коих около миллиона. Они, конечно, говорят, изучай русский язык, человеком будешь. Так что... Сюда? У нас не такая динамика в стране. Поэтому мы, в отличие от коллеги, конечно, у нас русскоязыковая компетенция на очень высоком уровне. То есть практически все владеют русским языком, великолепно владеют. Речь идет о развитии титульного языка, о его популяризации. Надо сказать, что вот в плане уникальности на сегодняшний момент, вот по социолингвистическим исследованиям, которые сегодня осуществляются многими учеными нашей страны, оказывается, что казахстанская молодежь на сегодняшний день активно, начинает все более активно владеть казахским языком, при этом сохраняя знание русского языка в полной его мере. А вы знаете, это вот уже такая качественно новая ступень самосознания. Да, когда... вот как раз вы к этому и вели, о том, что каждый из нас думал, должен задуматься об идентичности, кем он себя представляет, да? Даже если он не знает языка. И вот эта потом мотивация, она отсюда и возникает. Вот, поэтому у нас несколько иная ситуация. Поэтому у нас сегодня полиязычное, скажем так, государство и полиязычная политика, которая активно внедряется на всех уровнях образовательной системы. Ну, как говорил один великий, не побоюсь этого слова, человек, пусть расцветают 100 цветов. Да, конечно.
Правда? Конечно, и, да. Конечно, ситуация разная. И, в конце концов, и на конференцию собрались люди из разных государств, вот из разных стран. Где-то схожие проблемы, где-то проблемы отличаются. Наше время потихонечку подходит к концу. Но прежде чем задать последний вопрос, чисто любопытство вот такое иногда меня накатывает, да, уже не как журналиста, а как человека. Из того, что вот я сейчас услышал, где-то слышал раньше, можно ли сделать вывод, что разные языки, да, вот, обладают разной степенью абсорбции других языков? То есть в какой-то в большей степени, какой-то в меньшей степени. Ведь если мы посмотрим на русский язык, да, так непредвзятым взглядом, то мы обнаружим, что мы сейчас умудряемся одно иностранное слово объяснять через другое иностранное слово. Да? И при этом присоединять к нему русский суффикс, да, и делать, да, его, да, родным. Да, да. Вот я об этой, да, ну, как говорится, о готовности к абсорбции, об освоении, что ли, или о присвоении, если угодно. Усвоение. Ну, лучше давайте выберем такой более дипломатичный термин, об усвоении, да. Это на самом деле как-то вот какая-то здесь... Ну что, сам характер языка, вот какая-то его лексическая база на это влияют. Или шире тип культуры. Да, да, и вот скорее всего, всегда, наверное, говорят, все-таки русская культура очень открытая и, да, активна, да, поэтому, да, берет и в язык, и в культуру, скажем так, переваривает, есть, все это, да, и выдает миру, да, как свое, да, русское, есть, уже. Да, мы вчера что-то беседовали, позвольте, да, мне сказать несколько слов, беседовали с нашим коллегой из Польши, который вчера приехал тоже на конференцию, и сравнивали языки, их отношения, их взаимодействие вот в современном мире. И он говорит о том, что польский язык в этом плане очень закрыт. То есть заимствований из других языков, в первую очередь из английского языка, в польском языке очень и очень мало. И сами поляки избегают всячески вот этих заимствований. Да, да, мы вот делились. В этом плане как русский язык, так, например, и казахский язык, очень открытые языки, которые активно заимствуют различные иностранные слова и их очень хорошо используют. Поэтому вы правы в том, что разные языки по-разному, наверное, поглощают, да, взаимодействуют. Я тоже должен сказать, здесь, как говорил один классик, все должно быть в меру. Вот. Иногда мы действительно много слов заимствуем, совершенно бездумно, не задумываясь над тем, что есть уже свои какие-то слова. Ну, в этом смысле киргизский язык, конечно, много заимствует слов. Хотя многие против этого. Я был, знаете, один товарищ написал словарь. Решил все вот эти общеполитическую лексику перевести на киргизский язык. Знаете, что получилось? Он где-то взял какие-то слова, которые вообще нигде, даже в большом толковом словаре киргизского языка даже не мог найти, понимаете? Я ему говорю, а зачем ты такие, может, слова? Он неологизмов настряпал? Ну да, он, возможно, он сам настряпал эти слова. Поэтому, вы знаете, заимствование – это процесс закономерный. Без заимствования невозможно жить. Вот обратите внимание, в русском языке сколько получилось сейчас имеется заимствований? Вы знаете, если вспомнить Алжаса Сулейманова, то, да, в принципе, да, там очень, очень большой тюркский пласт. Но его критиковали за азия. Все невозможно перевести и заменить. Но в то же время, конечно, надо использовать собственные слова. То есть все должно быть в меру. А мера диктуется потребностью, мера диктуется внутренней готовностью, конечно, к тому, чтобы открыться. Ну, есть, бывают слова бабочки. Ну, они там, скажем, день-два, значит, побыли. Все на следующий день исчезает. Так что, ну, язык сам очищается от всего этого. Большое спасибо вам за консультацию, или, выражаясь современным русским языком, за консалтинг. Вот один из простых примеров. Все-таки, наверное, хотелось бы закончить не на проблеме заимствований, а вот на том, что прозвучало в метафоре. Пусть расцветает 100 цветов. Ведь каждый язык – это своя собственная языковая картина мира, понимание. Сколько языков ты знаешь, конечно, столько, конечно, ключей у тебя от мира. Это тоже известный афоризм. Ну, и да, вот если опыт работы с иностранцами вспомнить, ведь они говорят, даже те, кто еще не овладел в совершенстве языком, но, побыв, например, год в России, уже понимают, вот на эту тему мне легче думать даже и говорить по-русски.
потому что действительно ресурсы каждого языка, да, связаны с какой-то картиной мира, с каким-то аспектом бытия, и поэтому вот знания это языков, они дают человеку именно возможности Айтматова. Реализации. Он говорил о том, что если мы утратим русский язык, то нам не простят потомки. Это его высказывание. Так что я думаю, что нужно прислушаться. Наверное, прежде всего, богатство русской культуры вообще, да, не только русского языка. Но и манкуртов не простят, да? И манкуртов тоже не простят. Это вот вот очень, опять же, какая-то очень золотая тонкая, середина. Да, очень тонкая грань. Вот этот поиск золотой середины, это чтобы толерантность не превратилась вообще к неспособности отторгать даже худшее. Знаете, это ведь тоже есть пределы, есть игры. Вы знаете, наше время в эфире подошло к концу. Я хочу вас искренне поблагодарить. Мне кажется, получился очень интересный разговор. Во всяком случае, для меня он был очень полезен. При всем при том, что вроде бы, ну, о чем мы говорим? О чем говорить, когда не о чем говорить, как говорят актеры, да, в массовке, чтобы сделать шум. Но разговор на самом деле содержательный. И дай бог, чтобы конференция, которая была организована здесь, в стенах Казанского университета, оказалась не последней. А эта, которая уже прошла, все-таки дала какие-то плоды. Спасибо вам огромное за участие спасибо в программе. Всем. Спасибо. Это была программа «Акцент». Меня зовут Юрий Алаев. Спасибо за внимание. До следующих встреч.